Народ, привет! Продолжаем рубрику мини-распаковочки. И сегодня у нас пришло вот несколько посылочек. Большую часть времени на распаковочках у нас находятся те вещи, которые я использую в хобби. А хобби наше это RC-моделирование, можно так сказать. Вот. В основном трофи направления. И сегодня часть посылок будет также связана с трофи. Вот. И есть еще одна интересная посылочка. Она находится вот в этом в желтом пакетике. Вот. В ней будет кое-что интересное. Ну что, начнем распечатывать. Не хочу испортить упаковку, поэтому распаковываю аккуратненько. Продавец слезно просит не оставлять фотографии в обратной связи. Вот так вот. Значит, подделка. Здесь у нас с вами вот такая вот интересная коробочка. Кто знаком с этой фирмой? Это фирма Ganza. Не знаю, как точно она читается на английском. Вот. Эта фирма специализируется на ножах. Еще от этой фирмы в руках у меня была зажигалка. Тоже очень приятно сделана. Очень приятно сделана. Ножики есть. А с каждым ножом идет вот такой фирменный чехол. Ганзовский. В следующем выпуске я обязательно соберу все товары, которые у меня есть этой фирмы. И покажу ее вам. Сейчас вернемся же к нашему сегодняшнему. Модель Firebird FH21. Ножик не мой. Ножик меня попросил друг заказать. Сделан очень качественно. Ручка у него из текстолита. Такой прям интересный. Очень хорошая клипса. Мощная прям. Хорошие болтики на звездочках. Так вот прям смотрится классно. Есть специальное отверстие под ремешок, если вы хотите повесить. Ну, прям и увесистый такой прям хорошенький. Вот. И вот такая вот откидная система. Вот такой вот классный ножичек. Сталь D2. Вот. В принципе, фирма Ganza это такой вот средний по качеству поставщик вот ножей. Делает все очень качественно. Очень хорошая заточка. Острый носик. Вот. И изначально уже даже более-менее заточенное жало. Но не сильно. Вот на этой бумажечке, которую нам положил продавец, мы, пожалуй, и проверим, что из себя представляет данный ножик. Бумажечка очень такая
тоненькая. Смотрите, заусенцев нет. Полностью идет от начала до конца. Лезвие идеально. Вот такая вот модель. Очень хорошо лежит в руке. Упор есть. Из руки не выскочит. Вот. Убирается фиксатором снизу. Нажали, сложили. Все. Очень классно выбрасывается. Заказывали в сером цвете. Он такой серо-голубой получается. Но классненький. И вес хороший. Если будут у вас еще вопросы, или вы захотите тест ножичка, то обращайтесь, я обязательно это сделаю. Потому что качественные вещи очень приятно держать в руках и использовать. Использовать по назначению. Это такой походный ножичек. Им можно и, как говорится, колбаску в дорожке нарезать. И срезать ту же самую веточку при походе. Заточить что-то такое. Вот. Сделать рогатулинку, грубо говоря, для шашлычка. Вот. Палочки зачистить. Вот. Так что вот этот ножичек будет радовать. Убираем его в чехольчик. И назад в коробочку. Пакетики все эти не нужны, выбрасываем. А сейчас перейдем к следующим посылочкам. Не отпускает он меня. Прям супер ножичек. Сегодняшние распаковочки продолжим с этим ножичком. Смотрите, готово. Он прорезал сразу 3 пакета. Так, что же у нас здесь? А у нас здесь очередная продукция от фирмы ВПЛ. И здесь у нас двуступенчатая коробка передач для наших моделей. В комплекте идет мотор, коробка, сервомашиночка, вот такая вот легенькая. Так, наверное, куда-то сюда ставится, только непонятно как, почему-то не входит. Но это мы разберемся, как, что, куда. Вот такая сервомашиночка. Набор качалочек. И вот такой качалочка-лепесточек. Вот. Ну, скорее всего, она и будет двигать туда-сюда. Упрется вот сюда, вот в это отверстие. Вот, и будет поворачивать. Заказал сразу 2 на Шишигу и ЗИЛ-131. Так как на Урале, в принципе, меня пока она устраивает, коробка. Но движочек маловат. Буду смотреть.
еще, забегая немножко вперед, заказал несколько видов улучшения для этих моделей. Двуступенчатая коробка передач. Следующий будет мотор-редуктор. И просто моторы повышенной мощностью. Не те маленькие 160-е, а 180-е удлиненные и с большей мощностью, с большими там тягой. Так, в стороночку тоже это убираем мы. Вот. А заводская коробка у меня от ВПЛ, она у меня сломалась. Ну как сломалась? Я ее сам сломал. Вы в ближайшем видео, я думаю, это все увидите. Так, и последний на сегодня у нас посылочка. Это вот такие вот три аккумчика. На ГАЗ-66, на Урал-4320 и на ЗИЛ-131. Все вы знаете, прекрасно знаете, то, что на штатных аккумуляторах машинка максимум проезжает 15, ну может быть 20 минут, если не быстро ехать потихонечку, 15-20 минут. Потому что здесь, вот, допустим, берем от Урала, от Шишиги я вообще его в расчет не беру, потому что он никель-кадмий, там вообще отдача очень маленькая, очень быстро он садится, очень долго заряжается. Вот, здесь у нас как бы идет, я не знаю, там, литий-ион или литий-полимер. Вот, аккумуляторы 14500, моделька. Вот, 500 миллиампер. Грубо говоря, если он на 500 амперах ездит у нас 15 минут, мы будем брать прям по минимуму 15 минут, вот, соответственно, на этом аккумуляторе он должен ездить час. Вот, соответственно, здесь все-таки липошка, только отдача у него будет лучше. И я считаю то, что он будет не час, а в районе час 20 ездить стабильно. Вот, если не сильно быстро, так умеренная езда будет. Вот, поэтому, так как иногда я даю свои модели покатать, купил сразу я три аккумулятора. Стоили они где-то 1600, брал их на Пандау. Вот, штекерочки я перепаяю, потому что у меня таких нету. Вот, будут XT60. Я уже вывел и на Шишиги в кузов провод, и на Урал вывел уже тоже в кузовок, в кунг. Вот, но с Уралом предстоит у меня тоже переделки. Жду для ЗИЛа донора. Вот, донор уже на подходе. Вот, скоро буду я его переделывать тоже. Вот, и будем с вами его запускать. Посмотрим, как он смотрится. Хочу его сделать с кунгом, как уже говорил. Так что посмотрим, подойдет ли цвет или придется кунг красить. Не могу сейчас точно сказать. Так бы прикидываю, как бы все-таки, наверное, придется. Потому что ЗИЛ как бы более оливковый, такой военный, хаки цвет. А ВПЛ-ки, они зеленые. Так что придется, наверное, и кунг покрасить. Ну вот, как бы на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Пока.